Здорово, друзья, доброе утро, дядя Сережа с вами, как меня слышно? Ветер, дует ветер сегодня и вчера. Я уже забомбил кардио, чтобы быть менее жирным. С самого утра, еще ничего не жрал. Так, короче, что, тема сегодняшнего перископа. Новости Fit TV. Всеми любимые, известные. Кто мне что-нибудь подскажет? Может быть, по новостям. Я, в принципе, набрал уже там новостей. У меня сейчас 12 часов. 12 часов, 10 примерно с небольшим я встал и пошел на кардио. Примерно 30-40 минут пешком. И минут 40 сделал степчика. Я красавчик. И вот он, щелчок. Пока режим мой сбит, но я стараюсь ложиться хотя бы в 2. Здорово, Никитос. Банка, хер знает. Нормальная вроде. Испугал людей. Здорово, Киев. Что в новостях-то, подскажите мне. Сегодня будет ролик на Ютубе у меня. Там будут пара фитнес-рож, таких как Ригерт и Спас Куковский. Потом Фарида будет. И ребята будут, которые тоже блогеры. Пока еще малоизвестны. Стараюсь ходить пешком. Новости планирую снять сейчас. Так что, что интересного за последние 2 недели, а вы из фитнес-новостей знаете. Видео выйдет, я думаю, через час с небольшим, потому что оно загрузилось. И осталось сделать просто заставочку, то есть картиночку, и наставить ссылок и описание, и хэштегов набить. Чё про немагию? Я должен слышать пробой Мишани. Никитос, там одна болтовня будет сегодня. Но веселая. Ой, триггер. Веселый чувак. Куковский. О, да я в немагии уверен. Так что я не парюсь. Фу. Такие, друзья, дела. Ну что, тишина? Новостей нет никаких. Не подскажете мне новостей? Засранцы. Чтоб вас катаболизм настиг. Ну ладно. В жировые клетки пусть идет. Катаболизм в жировые клетки пожелаю вам. И мне. О, ты посмотри, облава. Сейчас, короче, вы будете свидетелем облавы. Облавы мусорков. В моем районе тут стоят иногда по утрам. И, короче, туристов на байке они всех подлавливают. И, суки, берут 500 бат. У кого нет прав. Так что мы сейчас это в реальном времени сможем понаблюдать. Как эти тайские коррупционные твари собирают бабло. Прям как русские. Таиланд от России-то особо не отличается. Так, доча хочет свой паблик переделать бойцовский. Да пусть переделает. Надеюсь, это хоть станет нормальным пабликом, а не какой-то говно. Или он также будет постить эти самые говна. Ага.
Так, ну вот они. Сейчас покажу вам, друзья, этих продажных ДПСников. Сейчас переключу. Оп, видали? Вот они там. Вот они. Собирается туристов в дань. Вот какая фитнесовая девочка. Накачанная. А? Вот дают. Собирает всех бабки. А у меня нет проблем. Я же пешеход. Я могу им средний палец показать. И пойти, улыбаясь, дальше. А могу их просто обосрать по-русски. Потому что мне никто ничего не сделает. Потому что они не знают русский. Потому что они тайцы. Вот такие, друзья, дела. Обычно, если видите такую облавку, лучше, типа, паркануться у соседнего кафе, либо развернуться и ехать дальше. Потому что 500 бат, нынче это уже 1000 с чем-то рублей, не лишние. Ну все, друзья, всем мир, всем прекрасного настроения, хорошего дня. Из Таиланда, лысая башка, кончики отрастают, надо уже подстригать. Ну все, всем мир, бай. Вот банка. Хорошая банка. Да?